Считаете ли, что сегодня будет матч дерби? Или это обычно? Не, каждый матч дерби. Да, у нас теперь каждый матч как последний. А вот именно с этой командой, нет? Ну да, естественно. Очень сильная команда. Угу. Очень сильная. Вот, кстати, соперник, не скажите. Ну, у меня в PlayStation не доиграем потом. Скажите про соперника, как сильно играл в команду. Ну, хорошая команда, сильная. Да. Ну, мы сказали сильнее. Да. Чуть полжизни не оставили. Да, да, если бы еще Димон нормально играл. Что вам позволило сегодня выиграть? Ну, вот, ну, вы видели, да, переломный момент. Мы как, да, как Тапгай, знаете, вот когда сначала надо, ну, там, звучку устроить, чтобы команда завелась. Вот так же и мы завелись, и все. Все спокойно. Но это мы не призываем к этому. Так, это мы сами виноваты. А вот был такой момент, я думал, что это будет переломный, когда ты вышел 1-1, и кто-то там еще был рядом с тобой, ты... Вот я, наверное, был. Да, да. И вот не забили, я подумал, ну все, сейчас они точно проживают. Не, ну в Димон... Помнишь этот момент, нет? Или ты как-то все это одно прошло как один? Не, понимаете, я сразу стараюсь забывать такие моменты. Я там, ну, не переживаю, там, не хожу, там, голову не закидываю. А, как... Кто из вас больше забил в команде? Я. Ты? Ты? У вас есть какая-то... А ты что, подсчитываешь? Да. Серьезно, да? Мы меньше 4 не забивали. Какая-нибудь конкуренция между собой есть, или вы не обращаете? Ну, так иногда там деремся. Какая конкуренция? Посмотрите на него. Трудно чего-то. Ну, у тебя есть вопросы, давай. С точки зрения, соответственно, победы, что было бы, так скажем, приятнее, важнее, если бы вы шли на первом месте и, соответственно, отрыв увеличился, либо, соответственно, вы сейчас, получается так, что обгоняете? Ну, нет, ну, если честно, когда на первом идешь спокойно, все. А тут приходится, вот, там очень много нервов потратить. Серьезно. Mm-hmm. Поменьше такого. А у вас впереди, если не ошибаюсь, только 3 игры. Ваши комментарии. Ну, надо все выигрывать, потому что иначе мы можем не выйти даже. Ну, я Димона соберу, он начнет забивать у нас.